Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас я вам покажу, как проводить ежедневный осмотр своей собаки. Проводите его как можно чаще, приучайте к собаку, потому что эта процедура хорошая, вкусная, и это вам поможет в дальнейшем, когда вы будете проходить осмотр у ветеринара. Все ветеринарные доктора, которые встретятся с вашей собакой, которые уже знакомы с этой процедурой и понимают о том, что она безболезненна абсолютно, скажут вам большое спасибо. Итак, как проводить ветеринарный осмотр? Для начала мы выбираем какую-то площадочку чуть повыше, чтобы было удобно вам осматривать, потому что доктора в основном осматривают собак на столе. И чтобы ваше животное тоже знало о том, что для этого существует какое-то специальное место. Итак, ну вот, я в частности провожу вот на таком вот колесе, который имитирует у нас тумбу. Итак, когда я поставил собачку, она ждет уже от меня похвалу, ждет уже от меня вкусняшку какую-то. Я угощаю ее, соответственно. Дальше я прошу сесть собачку, сидеть. И осмотр начинаю с морды. Осматриваем нос, зубы, после чего даю тоже что-то вкусное. Хорошо, говорю, молодец. После этого я открываю пасть, смотрю на повреждение зуб, чтобы не было никаких царапин полости рта слизистой. Опять угощаю животное. После чего смотрю глаза. То есть белок глаз должен быть не красный, не желтый, а именно белый. Опять угощаю собачку. То есть процедура эта для нас безболезненная и очень вкусная. После этого я осматриваю уши. Хорошо. Хорошо. Молодец. Если вы только приучаете свое животное к осмотру, то можно делать это с перерывами. То есть не надо удерживать насильно животного, чтобы вызывать какие-то отрицательные эмоции. А делаем все стабильно, положительно. Захотела собака убежать, ну пусть она сбегает. Это на первоначальном этапе, когда вы изучаете, когда вы приучаете только собаку к осмотру. Потом постепенно нужно уже предъявлять какие-то требования к животному. То есть, если собака выдергивает морду, удержать. Но после того, как вы удержали, обязательно сказать «молодец», «хорошо», похвалить и дать подкормку. То есть подчинение вам, вы даже на уровне осмотра собаки как бы закрепляете положительную мотивацию для собаки. То есть подчиняться вам – это всегда вкусно, хорошо, красиво и замечательно. Итак, продолжаем осмотр. После того, как вы осмотрели морду собаки, то есть нос, полость рта, зубы на повреждения посмотрели, уши на чистоту, на наличие клеща посмотрели, осматриваете шерстяной, то есть осматриваете шерсть, чтобы она была, кожа и шерсть, чтобы была без перхоти, чтобы шерсть лоснилась и так далее. Как это делается? Стоите. Проводите, ну мы грязные, пыльные немножко, поэтому. Так. После чего я в частности смотрю у собаки лимфоузлы. Я смотрю подчелюстные лимфоузлы и лимфоузлы, которые находятся вот здесь. Как я это делаю? Пальчиками под челюсть. И вы здесь ощутите. То есть, если увеличенный лимфоузел какой-то, значит, идет какой-то воспалительный процесс. Значит, это уже есть повод вам обратиться к доктору или просто посмотреть за состоянием, за общим состоянием вашего животного. Дальше смотрим. Стоять. Здесь тоже с лимфоузлами все в порядке. Соответственно, опять поощряю собаку. Ну и дальше... Ко мне иди.
Сейчас я поверну камеру, чтобы было вам видно. Дальше я осматриваю уже живот и брюхо на наличие паразитов, на наличие повреждений кожных. Рика, бежать. Молодец, хорошо. И, соответственно, заканчиваем мы похвалой и поощрением. Молодец. Ай, браво, моя умница. Иди гуляй. Повторюсь, что процедуру эту лучше делать, естественно, ежедневно для того, чтобы отслеживать состояние своего животного. Приучайте постепенно. И еще раз скажу вам о том, что доктора, когда вы будете приводить свою собаку на ветеринарный осмотр, скажут вам огромное спасибо, потому что часто они сталкиваются с тем, что собака не знает, как проводит осмотр, она воспринимает эту процедуру как что-то негативное, а на самом деле это ничего страшного в этом нету. Это вкусно, хорошо, красиво. Итак, друзья мои, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.